Приветики, мои дорогие. Сегодня у нас распаковочка. Начинают потихоньку доползать и потеряшки, и то, что я заказывала совсем недавно. Так что вот такая вот у меня красота. Так, с освещением как дела у нас? Ну все, начнем. Посмотрите, какая большая посылочка. Сейчас я подниму выше чуть камеру, чтобы вам показать ближе. Вот так, наверное. Да, давайте ее распакуем. Что же здесь, интересно же. Так. Большой такой пакетик. Чтобы не порезать, мы начнем аккуратненько открывать. Что здесь у нас? Так, боюсь порезать что-то, девочки. Вообще страшновато. Ну, сейчас мы аккуратненько ее уже... Вот, все, я взорву. Так, посмотрим, что здесь. Ага. Я-то приблизительно уже знаю, потому что я же заказывала. Но опять же, я заказывала другой цвет. Мне пришел синий. Ну, будем спорить с продавцом. Сил нету с ними. Я уже устала споры открывать. Значит, давайте откроем. Где тут у нас упаковка? Немного пошуршим. Что это такое? Пошел аромат шикарный. Так, органайзеры, девочки. Я так понимаю, что они все сложены. Да, вот видите, ручки. У вас он такой вот не бирюза, а такой вот как морская волна голубого цвета. Я вообще-то заказывала морскую волну, не морскую волну, а бирюзу, потому что я люблю бирюзу. Ага, тут же откройте, закройте. Так, тихо. Сейчас будем с вами мучиться. Так, один органайзер. Так, тихо, ша. Что я не понял. Откроем сейчас вторую и посмотрим. Там должно быть 5 предметов. Специально открываю сейчас на камеру, потому что чувствую, что что-то будет не так. Так. Раз. Мало меньше. 2, 3, 4, 5. Да. Разные размеры органайзеров. Это для организации места в шкафу. Чтобы собрать вещи, которые вы не носите. Не так, как у меня вот по кулечкам разбросано все. Летнее отдельно, зимнее, осеннее. А вот так в органайзеры. Видите, здесь сеточка. Сеточка будет дышать, не будет... портятся вещи, не будут портиться. Смотрим с вами, как сделано. Сделано немножко топорно, вам видно, да? Немножко здесь, конечно, капец. Они не бюджетные, девочки. Фирма вот так называется. Back Sin Back. Ну и мать моя женщина. Господи, название-то какое. Это вот такой самый большой органайзер. Смотрим дальше. Господи. Ой. Я не знаю, что с ними делать, девочки. Я уже так от них устала, если честно. Вам заказывают цвет? Нет, они все равно присылают другой цвет, хоть и стреляйся им. Так. Вот еще такой. Смотрим, как сделано. Но это чуть-чуть лучше сделано. Тоже сетка. И вот такие, вот это получается меньше. Тут чуть-чуть меньше этого. Вот видите, по размерам. Тоже проверяем, как работает змейка. Ниточка. Замечательно. Смотрите. Ой, боже. Где ж тут нитка-то? Вот почему я люблю, девочки, там что-нибудь вещевое заказывать, честно. Вот из-за таких вот кошмариков на воздушном шарике. Что это за ниточка-то? Господи. Китайская ниточка. Тут тоже нитка торчит. Господи, да что ж ты будешь ляжешь делать? Ну, не бюджетно же. Ну, что же вы так делаете-то чопорно? Посмотрите. Уголки как сшиты, да? С
строчим, строчим, не знаю, что мы там строчим. В общем, строчим. Тоже здесь не айс. Тут тоже не айс. В общем, девочки. Ну, ну ладно. Вещи сложить-то хватит. Следующее. Здесь как плащевка, скажем. Еще меньше. Органайзер. Но он идет, видимо, для обуви. Потому что, вот видите, он очень глубокий. Задумка классная. Мне вот, что мне понравилось, что задумка очень интересная. Видите, он очень глубокий. Видите, какая высота. Там размеры есть, там все есть. Видимо, для обуви. А ну-ка, давайте посмотрим масенькую такую. Вот это самая маленькая размер. Давайте посмотрим здесь. Ну и те же самые грабли. Так же самое пошито. Тесьмой. Или сказать спасибо, что хотя бы тесьмой обшили. Ой, мама родная. Ну ладно уже теперь. Что? Это для чего-то малюсенького пригодится. Вот такой вот органайзер. 5. Набор из 5 органайзеров для шкафа. Так, я уберу их подальше. Потеряхи. И где я выиграла спор. Сейчас все расскажу. Давайте начнем с этого товара. Так. Здесь у нас крем. Боже, везде у меня сейчас будут валяться эти нитки. Здесь у нас... Господи, эти нитки. Здесь у нас крем для лица. Пептид Wrinkle. Я так понимаю, это... Пептид... Там написано улитка. Я так понимаю, что это по-английски улитка. Я не сильна в английском. Я его открою, конечно же. Коль пошла такая пьянка-то. Чего не открыть-то? Открываем. Так, хорошо упаковано, девчонки. Дошел очень быстро, за месяц ко мне. В общем, продавец ответственный, хороший, молодец. Мне понравился этот продавец. Фирма Ланбена, все знают, на Али. Она самая считается лучшая. И аккуратненько откроем упаковочку. И посмотрим же с вами. Так, кстати, здесь эффект написано, ингредиенты, кому нужно, пожалуйста, смотрите. Всякая information, код, все цивильно, срок годности сделан 30.10, годен до 29.10, аж 22 года. Такая классная упаковка. Это пластик. Смотрите, какая консистенция интересная. Вот такая. Девочки, запах приятный, обыкновенный, парфюмерный. Наполнение отличное. По скидке он у меня был. Сейчас мы нанесем на руку и глянем. Так, сейчас так все вымажу здесь. Вот так вот. Мы сейчас нанесем на руку и посмотрим, как он впитается. Вот такая вот коробочка, очень бюджетненькая, мне получилось недорого, доллар с чем-то по скидке. Очень даже неплохо. Вот я намазала, сейчас мы глянем, как он впитается, какие у меня будут ощущения. Так, а вот эти две посылочки, сейчас я вам за них тоже расскажу. Потеряшек сейчас потихонечку подходит все больше и больше. Выиграла спор. Набирала до доллара, вернее, до скидки в доллар, по-моему, если я не ошибаюсь. Я люблю всякие сметочки. У меня уже, наверное, скоро можно открывать магазин по сметочкам, потому что у них 99 тысяч. Это вообще... Сейчас опущу чуть-чуть камеру. Вот так. Потому что что ж так высоко? Ну, это я ради этих... органайзеров, можно сказать. Ой, ладно. Такая сметочка. У меня есть такая сиреневая. Роскошный волосин не вылазит. Хорошего качества, неплохое. Где там она? Сейчас я покажу. Вот я покупала здесь у нас на семерке ее, по-моему. У нас на нашем рынке.
если я ее найду, я в чем очень сомневаюсь. Потому что у меня тут, не знаю, что папы с мамой только не хватает. Разве что, ладно, не нашла, ладно, не пускай будет. Но она у меня там чуть-чуть больше набита. Но я считаю, нормально за такие деньги. Девочки, бюджетно. Классная, мне нравится. Дальше. Вафики взяла специально маленькие, хотя можно взять и большие, которые у меня есть, и разрезать чуть-чуть, да, вот не доперла, девочки, если честно. Для забафить ноготочек, раз же, вот бывает такими маленькими, хочется там куда-нибудь вот так вот подлезть, да, что-нибудь, посмотрите, как хорошо. Аккуратненько, абразивная слабенькая, маленькая, не сыплются, нормально, пойдет. Бафик, особенно если учесть, что я уже за нее вернула за эту посылку деньги, я думаю, вообще замечательно. Так, дальше. Фольга. Ну, смотрите, впитывается потихоньку, очень слабо. Ощущение такое, знаете, как вам сказать, запах приятный. Такой вот жирности. Ну, вот приятно. Сейчас посмотрим. Не знаю. Сейчас глянем, девочки. Так. Смотрим фольга, откроем сразу все кулечки, чтобы потом... Ой, кулечки такие огромные. Прикольные такие, я сейчас уже не боюсь заказывать фольгу разную, просто интересно. Просто интересно, девочки. Так, вот такой набор. И вот такой. Все бюджетно, все неплохо, нормально. Так, вот такие маленькие кусочки. Я так понимаю, по 10 сантиметров. Ширина четверочка. Очень большие кусочки. Смотрите, не называется, не обляпайтесь. Тоненькая такая, принты разные. Давайте с вами быстро пробежимся. Посмотрим. На отпечатывание мы с вами тоже, естественно, проверим. Прикольный, да, вот принт, девочки, вот этот классный. Вот это вообще... Вот эта абстракция, да, вот какая-то завораживает прямо. И тут тоже маленькие кусочки. Я, по-моему, не заказывала. Тут тема Хэллоуина, я смотрю. Я такое, как бы, вы же понимаете. Ну, короче, я не знаю. Я такое не заказывала точно. По-моему, я заказывала газету. И у меня с такой газетой мне положил. Ну, все равно без... Ой, короче, вот баня. Так, вот это мы с вами проверим. Наверное. На отпечатывание. Ну, я думаю, будет отпечатываться. Я уже ничего не боюсь, я же говорю. С таким клеем, как у меня. Так, смотрим. Это с официального магазина Born Pretty. Продавец хороший. Так, чтобы здесь не набедокурить, я поставлю себе на всякий пожарный. Вы же знаете, я умею все делать. На просторах, вернее, на Али официальный магазин Born Pretty. Что-то я ухожу из кадра. Я заказывала клей для фольги. И это потеряха. Идет очень долго. Еще... В общем, сроки давно уже все вышли. Ну, очень много времени прошло. И они мне написали. И я с ними списывалась и говорила, ребята, давайте что-то решать. Ну, подождите еще чуть-чуть, или мы вам повторно вышлем. Я уже вот эти повторно вышлем не верю. Не знаю, как вы, но я не верю. Поэтому я говорю, давайте решать с вами как-то по-другому. Потому что это никуда не годится. Я уже сейчас не боюсь таких вещей, потому что, ну, как бы достала уже вот эти вот обманы и все остальное. Хочется по-человечески. Но я с ними не ругалась, потому что в этом магазине Born Pretty я заказываю очень часто, и мне нравится этот продавец. Смотрим, что здесь. Ушла из кадра опять, да? Нормально. Я вам рассказываю, показываю, сама ухожу из кадра. Молодец такая, короче. Слов нет, одни мысли. Так. Открываем. Так, где же ты там у нас открываешься-то? Где ты там? Ох, ничего себе, да, запаковано, как хорошо. Говорю, девчонки, хороший магазин. Хороший магазин, я с ним спешусь, наверное, и закажу просто на эту сумму что-нибудь. И все. Вот так мы решим, потому что так действительно некрасиво получилось. Он же выслал таки. Так, что тут у нас? Это должен быть клей для фольги. Написано Color Code.
А здесь что написано? Трансфер при... трансфер... принятием гель. Да, это для фольги. Ой, девочки, если честно, как-то не хорошо мне что-то сейчас на душе. Ну ладно, я, наверное, на туре с ним спешусь. И просто закажу товар на эту сумму. Допустим. И все, вот так мы решим с ним вопрос. Так, что это у нас? Это у нас Flower Fairy Гель. Мы сейчас все с вами, девочки, посмотрим. Естественно, протестим. У нас как раз фольга есть. Правильно? Так. И тут тадам. Все ж бегут, и я бегу. Сейчас я вам покажу, что здесь. Я думаю, все уже догадались. Но все равно я покажу. Colorful Thermal Sensitive Liquid. Уже на просторах везде Ютуба. Моднявый этот дизайн. И прочее, прочее, прочее. Так, что, сначала посмотрим Colorful Thermal, да? Или нет? Видите, они очень ответственно подходят к своему товару. Flower Fairy Gel, давайте посмотрим тоже. Открою сейчас аккуратненько. Сделаю маленькую-маленькую дырочку, чтобы можно было его, ой, взять. Так. Здесь должны быть на цветочках. Ну, сейчас глянем, где там мои типсики. Куда я уже их закинула. И прозрачненькие. Возьмем, посмотрим. Так, сейчас я вернусь. Девчоночки. Его... в банке где-то вот так, банка без двойного дна, должна быть с цветочками гель, так, чтобы мне что так ко мне тут прилип, иди отсюда. Так, ищем цветочки, девочки. Ой, я, конечно, дико извиняюсь, называется, а где цветочки, простите? Вам видно где-то цветочки? Или у меня плохо со зрением? Ой, боже мой, что такое вообще? Ой, мама родная. Я чуть не наблюдаю цветочки. Вы наблюдаете цветочки здесь? Скажите, пожалуйста. Ой, мама родная. И что это такое? Простите. Извините. Больше открою, что ли? Ну, вот, девочки. Они там есть. Они там есть. Боже. Смотрите, как их много. Я сама не понимаю. Ой, ну, в общем, он разравнивается, да. Может, я надо цветочек тут вообще... Он разравнивается, конечно. Ура, я нашла цветочек. Девочки, счастье-то какое. Мама родная, аж, где ж ты там? В общем, все хорошо. Главное не нервничать, правильно? Ну что, ну что? У меня нет слов, девочки. Что это такое вообще? В общем, цветочков тут нет. Почти. Сами видите, очень огромное количество цветочков. Просто гель. Я так понимаю, для наращивания. Кстати, запаха у него вообще, девчонки, нету. Классный. Не люблю, когда запах густой такой. Но я думаю, в принципе, его можно использовать, раз тут такое огромное количество. Ой, такое огромное количество цветочков, ё-моё, жуть. Ладно, ладно, что тут сделаешь, да? Сейчас я возьму салфеточку.
сюда. И давайте ж посмотрим. Давайте ж посмотрим, так, чтобы мы не влезли в этот гель. Супер-пупер. Давайте посмотрим вот этот нашумевший гель. Но его нужно на черную подложечку, да? Беру я черный кипятик. О, черный кипятик. Так. Я сейчас все растеряю, все раскидаю. Я ж такая. Давайте открывать его. Интересно же. Посмотрим количество, потому что многие говорят, что там очень мало. Я его открою полностью. Таки да. Вот здесь, конечно, очень-очень мало. Так. Такой вот, видите, какой-то как... Не знаю, как сказать. Запах, вот, знаете, какой-то парфюмерией какой-то мне пахнет. Как акварель какая-то вот. Его в банке. Сейчас ставлю вот так. То есть, представьте, на самом дне стоит, я считаю, вернее, не я считаю, а стоит дорого для такого количества. Если бы оно было полное, я думаю, что было бы лучше. Ну, давайте, девочки, возьмем его, выкрасим. Он высохнет, потом я включусь, и мы посмотрим, что это такое. Нанесем вот так вот. Тонким слоем. И я дождусь, пока он высохнет, включусь, и мы с вами будем наблюдать эффект. Будет ли вообще этот эффект? Сейчас посмотрим с вами. Так, девчоночки, она высохла. Я наносила тонкий слой. Где-то минуты 3 прошло. Видите, изменение идет цвета. Я специально на черный, чтобы было виднее. И смотрим эффект, что будет. Есть эффект. Видите? То есть тонкий-тонкий слой. Видите, разные-разные эффекты. Вот она и гуляет. И, то есть, видите, она по-разному реагирует. На холодное. Допустим, да, вот как она реагирует на холодное. Это что, не холодное ничего у меня? А что же у меня ничего и холодное-то? Ну. Вот на горячее, вот видите, остывать начинает, она такая зеленоватая становится. Вот, видите, вот эта сторона остывает. Если я прикладываю руку, она становится синим. Я убираю руку, сейчас, посмотрите, приложила, стала синей. Ну, это, знаете, ради игры, просто ради игры, серьезно говорю. Ну, если там сделать там на одном пальце дизайн, то в принципе можно или так же самое там, под фановку, под, например, под кусочки какой-то фольги, тоже будет интересно. Ну, вот она синеет, а остывать начинает, становится зелененькая. Ну, это все. Ну, что тут еще говорить. В общем, это, девочки, игра. Видели сами, какое количество. Ну, это в Born Pretty. Сейчас я нанесу клей. Мы с вами протестируем и привернусь к вам. Так, девчоночки, просушила 30 секунд в лампе этот клей от Born Pretty. Покажу вам консистенцию, потому что начала выкрашивать и обалдела. Короче, очень густой. Смотрите, как тянется. О, очень густой. Ну, в принципе, разравнивается неплохо. Так, сейчас я вам покажу. Видите, разровнялся неплохо. Ну что, поехали, посмотрим, как он работает. Берем кусочек фольги. Работает хорошо уже. Уже. И начинаем разравнивать. Естественно, возле кутикулы нашей, да, типа. Воображаемой кутикулы. Потом вот так вот по концу. Да, свободный край в самом конце мы будем. И вот так вот разравниваем здесь. Вот самое такое... место нехорошее. И сюда. И посмотрим, как работает Born Pretty.
Так. Ну все, пусто. Результат неплохой. Хорошо. А ну-ка давайте посмотрим еще вот эта фольга. А вы знаете, что вот такая фольга, она капризулька. Я специально подбирала вот эти места поярче, чтобы было видно. Так, начинаем. Поехали. Сначала сюда. Эти места самые злачные, скажем. А потом вот сюда. Все? Или не все? Сейчас глянем. Страшно так. Та-дам! Да, плохо прижала, видать. А ну-ка, сейчас мы глянем, возьмет. Да, берет. Да, плохо прижала. Ну что, неплохо, девчоночки. Смотрите сами. Результат неплохой. Такой даже очень, я бы сказала, неплохой результат. Ну, не супер-пупер, но и неплохо. Девочки, вы все знаете, что вот такая вот фольга, она очень капризная. Но, тем не менее, я смотрю, сработалось хорошо, неплохо. Имеет место быть. Вот такой трансфер. Трансфер. Пока прочитаю. Сейчас, секунду. Трансфер принтинг гель. Господи. Так, короче. Вот такие у меня были, девчонки, для вас. Вот это... игрушка, этот пигмент термо. Интересный. Born Pretty. Клей Born Pretty. Фольга. И все такое. И Lanvin крем. Его закрою. Здесь я наносила. Ну, что я могу сказать? Ну, вроде такая бархатистость есть вроде. Ну, какое-то непонятное ощущение. В общем, я, видимо, ну, бархатная такая кожа, конечно. Надо ко всему привыкнуть. Так что все, вот такой вот был у меня для вас видосик. Вот такие были у меня посылочки. До следующих видео. Всем пока-пока. Жду комментов. Пока-пока.